Вот и кончился наш рейс. Для команды один из многих. Для нас он был первым. Через два дня дагестанское рыбное объединение вручит команде Ишима переходящий вымпел. А еще через неделю их судно назовут передовым на Каспии. До этого море мы видели с берега. На этот раз мы стали членами экипажа. Жили одной жизнью с рыбаками, снимали их, дышали соленым ветром и, в общем-то, считали себя уже готовыми матросами. Каспий не всегда приветлив. Уже на четвертый день Саша-радист получил радиограмму. Ветер 8-9 баллов, волнение моря 6-7 баллов. Для бывалых моряков это, конечно, пустяк. Они видели болтанку куда пострашнее. Но для нас это был настоящий шторм. Штормы на Каспии – это бич для рыбаков. Они мешают поиску рыбы, мешают работать, утомляют людей. По количеству штормов Каспий уступает только Бискайскому заливу. И мы в этом убедились. Из 40 дней, что мы пробыли с рыбаками, 14 были штормовыми. Свыкшиеся с ветрами тянутся к кораблю, чтобы передохнуть, набраться сил. Кончился шторм, и теперь у рыбаков одна забота – найти рыбу. Задача не из легких. А если уже она найдена, капитаны тут же спешат оповестить друг друга. ЖМЗ – это жиромучной завод. Таких кораблей-заводов на Каспии 20. Среди них наш Ишим. Капитан Валиев – опытный рыбак. Он ловил рыбу на севере, на Дальнем Востоке. И вот уже 12 лет он водит корабли по Каспию.
12 лет беспрерывного поиска. И каждый поиск — это волнение. Будет ли улов обильным? Старший помощник капитана Владимир Жуковский и второй штурман Анатолий Королев меняют курс корабля. В районе банки Ливанова рыбы не оказалось. Но поиск продолжается. Намечен новый маршрут в район Карабагаз-Гола. Вахтенной бригаде на палубу. Рыбаки Ишима – многонациональный и дружный коллектив. Каждый занят привычным делом. На палубе готовят к пуску шланги, а в машинном отделении четко следят за приборами, чтобы в нужный момент они не подвели. И всеми руководит дед. Так называют на корабле старшего механика Дмитрия Сергеевича Ткаченко. Моряки любят деда и всегда обращаются к нему за советом. Корабль он знает, как свои 5 пальцев. Накрепко связал свою жизнь с морем и Зайнуддин Муртузалиев. Пришел он на судно из Гуниба, далекого горного аула. Начинал матросом, был мотористом, а теперь стал механиком. Когда мы спросили, тянет ли его в горы, он ответил: «Горы – хорошо, а море есть море». Ингулет Ишиму. Да-да, Ингулет. Ингулет на приеме. Ишим? Добрый вечер, сам сидит. Добрый вечер. Ингулет, добрый вечер. Вот проходите рядом. Как у вас запись? Да, вот запись слабая. Да-да-да. Иду поиск. Ясно. Спасибо. Алло, на приеме Ангара. Добрый вечер. Поиски. Ингулет, Ингулет на приеме. Всем добрый вечер. Поиски. Волнуются капитан и старпом. И это понятно. Идет косяк. Но будет ли улов обильным, еще неизвестно. Боцман на брашке. Отдавайте правый якорь. 8 смычек положите, 8 смычек. Боцман на брашке, по полу, прощайте, лодка на реке. Поймите, давайте. Обе манилки носовую кормовую на 20 метров. Оба шланга носовой кормовой за борт на глубину 20 метров. Двое по 5 метров. Шланги опущены. Глубина 80 метров. Есть у капитана еще один помощник – эхолот. Но, к сожалению, он не всегда радует. Сегодня эхолот добрый. Он начертил густые черные линии. Значит, пошла килька. Глубина 100 метров.
У каждого судна своя задача. Одни ловят и маринуют кильку, другие замораживают ее и доставляют на рыбоконсервные комбинаты в свежем виде. А наш Ишим вырабатывает из кильки кормовую муку. План большой. За сутки нужно выловить и обработать 32 тонны рыбы. Это значит 6,5 тонн муки. Мука – это ценный продукт для сельского хозяйства. Всего за рейс завод должен дать ее 220 тонн. Сегодня у начальника производства Александра Федоровича Дегтярева особенный день. Косяк выдался на славу. Вот и выходит, что рейс обычный, а день особенный. За сутки 13 тонн муки. Таков его рапорт капитану. Каждый день. И каждый раз шутки, смех, а особенно Гаджи Гаджиев. Всегда он что-нибудь придумает. Зайнуддин Муртазалиев посылает очередную радиограмму в родной Гунип. По 5 каждый день. Санияд, Рукият, Магомеду, Салиху и маленькому Юсупчику, как он говорит. Возвращаемся домой, в Махачкалу. Для каждого моряка это своеобразный праздник. Встречи, встречи с родными, близкими. Встреча с желанной землей.
Так окончился наш первый рейс. До новых встреч, Ишим.